Его именем названа улица в Уфе. О нем снят фильм. И теперь, в год столетия со дня смерти, Шехзаде Бабичу установлен памятник. Трехметровая фигура из бронзы расположилась на постаменте перед площадью Салавата Юлаева. На торжественную церемонию со всех городов и районов республики приехали родственники поэта, а также поклонники творчества башкирского просветителя. Давно мы ждали это, вот понимаете. Он заслуживает давно уже не один памятник, а на каждом углу города Уфы каждый памятник он заслуживает. Это Шехзада Бабич, наш родственник. Вот видите, все родственники собрались. Шехзада Бабич – участник национально-освободительного движения, один из членов башкирского правительства. В 24 года он трагически погиб, отстаивая автономию родного народа. В своих произведениях поэт писал о притеснениях башкир, свободе и духе времени. Очень много писал, много оставил, для истории много написал. Можно вас попросить что-нибудь процитировать? «Олда нур сес халкана» – это уж его крылатая как бы фраза. В переводе это означает «неси людям свет солнца». И чтобы этот свет не погас, Министерство культуры провело конкурс на лучший проект памятника. Эксперты решили, что именно так должен выглядеть молодой поэт с трагической судьбой, обращающийся к своему народу с книгой в руке. Напомним, что место установки памятника вызвало много вопросов. Телецентр, как архитектурная доминанта, сильно оттягивает на себя внимание, а заполненная парковка не позволяет насладиться видом со всех сторон. Изначально скульптуру планировали поставить на площади перед ГКЗ «Башкортостан». Однако затем этот вариант отпал. Точка в этом вопросе была поставлена только на общественных слушаниях в начале июня. Теперь рядом с главным нашим конгрессным центром, где Башкортостан встречается со всем миром, возвышается фигура поэта. Уфимцы, пришедшие на церемонию открытия памятника, высказали прямо противоположное мнение. Честно сказать, это мое субъективное мнение. Хотелось бы, чтобы этот памятник был где-то более в спокойном месте, более где-то, ну, где можно было уединиться. Что ж поделаешь, власти решили, куда его поставить. На площади ты негодуешь, что жизнь простых людей тяжка, а дома об одном лишь мысли, как облапошить бедняка. На площади кричишь о хлебе, и сеешь ты в речах добро, а дома блещет пред тобою наследственное серебро. Спустя столетия слова Шехзады Бабича по-прежнему остаются актуальны. Поэт как будто знал, что однажды он займет свое место на этой площади и еще долго будет глядеть на горожан, напоминая им о великих идеях борьбы за свободу. Элиза Кадырова, Сергей Ямаев, городской телеканал ЮТВ.